Дойти до победы им не помешали ни дождь, ни слякоть. Тем более, что они на рельсах. Сегодня завершился двухдневный конкурс профессионального мастерства среди челнинских вагоновожатых. Репортаж о том, как проходил первый этап состязания, мы показали в нашей программе накануне. И вот стало известно имя челнинки, которая будет представлять наш город на всероссийском конкурсе водителей трамвая. Победителем стала Наталья Карачева, которая работает в электротранспорте 5 лет. Это будет ее вторая попытка показать себя на федеральном уровне. Все пятерки призеров руководства повысит разряд, в том числе Валентине Овчаренко, поразившей жюри оригинальным подходом в культуре обслуживания пассажиров.